И вот ровно эта односторонность, если вы сейчас посмотрите, что делается в мире. Вот Советский Союз рухнул, да? Советский Союз перестал существовать. А западный истеблишмент, который десятилетиями его поддерживал, коллаборировал с ним, сотрудничал, он остался у власти. И он будет бороться за это положение власти. Как борется номенклатура внутри Советского Союза, старая коммунистическая, точно так же здешняя номенклатура борется за это. Она не позволит никому ничего сказать. Для них это положение, для них это вопрос их выживания. Уже не веры, не то, что они верят в какие-то социалистические утопии. Нет. Это вопрос их материального благосостояния, власти, денег, положений.